Give me a glass. Он хочет не прямой поцелуй просто. Аман Синба. Какая здесь красота, какая здесь красота надо доиграть. Пусть. Статус и грусть. Ночь. А заблочь. Если кто знает. В области чата. Колонны расположены в таком. СМС-ка. Вы что, прикалываетесь? Почему одна поет, другой что-то говорит, на заднем фоне у него кто-то орет? Я ничего не слышу за вас, не понимаю. А все, мучайся. Я говорю про павильон Узбекистан. Если кто знает, здесь колонны так расположены. Когда дует ветер, нет, там нет. Звук плачущий звук получается. Такой, как впереди. Пусть. Тут все грусть. Ночь. Аккаунт заблочь. 13 000, Сань. Это все я. Суперстар здесь. Ну тогда у тебя в эфирах нет горячего топа. А хуй знает, не знаю. Он говорит, бой, он говорит, клан. Ей надо 500 бобов. Ты потянешь что-то? Я завтра выполню план. Так. Быстро. Завтра, в смысле завтра? Привет. Ну завтра мне Челиус скинет последний подарок, и у меня будет 5000 бобов. Нози, забей, тебе ничего не надо сделать. Амиру, Саша тоже. Вы так достаточно для меня уже сделали. Lucky I'm in love in every way. Lucky to have stay where we have stay. Lucky to become home someday. Некоторые просто так, да, листают, ждут принцессии попы. Новые правила. 50 бобов, и тогда поднимаем. Да. Ну так конечно, вот давайте план делать. Алло, что вы здесь сидите? Вот Мустафо красавица, он тебя назвал. Пусть вот 50 бобов тебе скинет, тогда ты на его звонок ответишь. Кендалл, что? Кендалл. Что? Какого хрена вообще отзываюсь? Артур зашел, вчерашний, который прикололся за тобой. Привет, ха-ха-ха, говорит. Сколько до... Вот. Бобов. Ну, позвони, я могу спуститься. Давай его раскрутим. На ОТО. Ух ты, какой сейчас. Симпатичный. Кендалл, мой второй. Блин, Артур, зайчка, заходи. У меня телефон тоже нагрелся уже. Кендалл, это я. Знаешь, вот эта семья Кардашьян, Кендалл Дженнер. Вот загугли, посмотри, он думает, что она — это я. Ну, типа, что мы очень похожи. Слава я, Ким Кардашьян, еще один! Боже, что творится? Пусть. В статусе грусть. Артур, как дела? Карсащан. Что? Кстати, меня штрафовать будут. За что? У меня не выполнено 75% доната от СНГ. Я тебе говорила. Ну а что я сделаю? Я ничего не могу сделать. На 3% штрафуют меня. Хорошо. А народ, слышите сюда, озабоченно, кидаем ей мото, за это вам приват. Ты чё, охренел? Дарк, ты чё, обалдел? Вообще продаешь мне, значит? Вот сутенёр малолетний, а? Вот не стыдно. Нашу Лерку продавать. Леру, нашу. От Дарка, приват от Дарка. Дарк, я не поняла, ты сказал, сейчас будет, где? Где мой план? Пусть. No. Тут все грусть. Ночь. Аккаунт заблочь. А хотел стать сутенёром. Ого, у тебя железо. У меня уже есть сутенёр. В
Пушистый панда. Рома Рак. Ладно. Представляешь, что Тайланд снимает холостяка гейского. Кристина, в Таиланде гейского холостяка я буду смотреть. Ну, я вроде тебе не видел никаких маленьких бабок. Да, ты меня все-таки подняла. О, я на тебя на будущее подняла. Мы будем смотреть с тобой, мама? Я вообще в шоке. Мы будем смотреть? Как мы его наиграем? Не будет перевода. Так прикольно вообще было бы. Что у тебя изменилось за эти 15 минут опять? Ничего, что изменилось. Пошел, скину в телеграм-канал. Ну, лопай уже более на Kindle. Источник. Опять? Тихо, подожди, эту Кристину подняли, мама. Тихо. Опять больше похоже? Да. Вроде это. Не кашляй. Мама. Я хочу увидеть твою мать. Карина. Это две яхты. Лере, две яхты Лере, и ты увидишь мать Карины. Слишком дорого. Моя мама может поговорить с тобой? Да. Нет. 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 Вы чего, ребят? Я хочу с вами только говорить. С нами? С вами, да. Успокойся ты там, озабоченная. Тихо. Кендалл, ты зависла. У тебя интернет плохой, я нормальная. Да ты хватит, говоришь? Да хватит, не нужно. Спасибо большое. Ты мне сделал, походу, 4500, да, ровно? Да, 4500. Красиво очень, спасибо большое. Сейчас ровно 500 бубов. Так что Кристи. Ты хотела? Что? Да. Кристи. Тебе там Карина обращается. Карина, какое отвратное имя, господи. Хорошо, что это не мое. Вот это да. Одна Кендалл, одна не Карина. Что происходит? Прорисовывается какая-то интересная игра, пупсик. Слово «прорисовывается» мне очень нравится. Да что ты говоришь? Пойдемте в мультик, ребят, реально, пойдемте. Давайте я пошли. Пошли, пошли, ёпт.